Вы не поверите, где я. Я приехал куда? В Москве, в церкви. Так, пойдем в церковь снимать глаз. Там на главном куполе глаз. Так а ты где шел? Ну вот, пошли. Она может и закрыта. Вот этот диванчик внутри валялся. Так. Все открыто. Вон он. Глаз там. Вон, видишь? Не видишь? Вот он, я прям на него свечу. Да. Тут они вот, смотрю, опять икон наставили. Слушай, может они... Да восстанавливают, может и восстанавливают. Дожди. Все правильно. Они это... Вот надо вот под эти полы как-нибудь слазить, посмотреть, что там. Денис как-то тогда туда лазил. Ну смотри, вон пауки, как в фильме ужас. Вот здесь. Вот здесь диван этот стоял. А вот и по той лестнице Денис тогда лазил туда. Вот, да, это на колокольню. Что в стенах обычно. Она, может, и здесь была. А мы тогда приезжали зимой. И, короче, суть какая, он туда залез и говорит. Там, говорит, белый голубь с отрезанной головой. Меня... Эта церковь-то чё и удивляет. Тут смотри, всё сбито. До штукатурки. Тут вообще практически нету фресок-то. Вот остался только глаз. Да? Так, что-то как-то я не так свечу. Ну ладно, вот так. И вот здесь чуть-чуть. Сейчас покажу. И то мы случайно это увидели. Вот, видишь, они? Во. Вон они там. Что-то остались какие-то образы. И все. Вот такие дела тут. Но ее, по крайней мере, видишь, что не трогают. Еще пока. Здесь остались все вот эти под окнами, везде. Видишь, что они отапливались, как раньше. Может, нам экскурсии водить? Ночью в церкви. Что-то мне сегодня тут не по себе. Сейчас, что-то... Оп. А здесь это этот станок был. Я думаю, они, может, что хотели делать в свое время. Они стали. Но в алтаре, в принципе, все то же самое. Ничего тут не поменялось. Вот эти вот мне интересны вещи тоже для чего были всегда. Они во всех церквях. Вот здесь два этих. Вот постоянно. Икон. Вот, а вот что-то осталось. Чуть-чуть. Кусок чего-то. Что он какая-то река. И все. И все везде отбито. О, здесь тоже было. Видишь? Чего-то.
Ладно, давай сейчас я глаз зафоткаю. Вот эти каналы все засыпаны, а здесь нету, да, такого? А, здесь вон канал какой-то был. Пошло. Так. Вот у нас этот глаз. Надо навестись только хорошо. Блин, железка какая-то не мешает. Ага. Видно его, но плохо. Сейчас я его тот раз откуда-то отсюда снимал. Его хорошо видно. Слушай, да что за издевательство? Это, короче, тень от этой. Опа. Где? А? Ха! Слушай, в натуре лицо. Подожди. Я вот внимания не обращал. А там потом подрежу. Ну да, маска Джейсона. Вот так вот, если в натуре, слышь, как маска Джейсона. Офигеть. Так, ладно. Давай попробуем. Во, вот так свети. А я сейчас... Вот он, этот глаз. Так, резкость навелась. То есть везде вот это называют глаз Люцифера в интернете. Оп, резкость пропала при слове Люцифер. Все. Да ладно, там нет никого. Мы тут нафиг никому не нужны. Так, посвети еще чуть-чуть на глаз. Во-во, стоп. Вот так держи. Он нарисован как живой. Да глаз. Это не железка. Сейчас я тебе покажу, когда видеозапись. Ты мне скажешь, железка это или нет. Нет, я про это, про сам глаз. Внутри треугольника. Он вообще как будто, вот знаешь, как будто он там живой, как он нарисован, даже вот в таком плохом качестве. Жуть вообще. Вот такая тут интересная церковь. Во. Увлекательно. 1 октября